В Дербенте прошел семинар, посвященный роли музея в формировании и развитии городской среды, музеи и сообщества, культурные проекты как мотор развития города. Встреча прошла в доме Петра I и длилась 2 дня. Организаторы, представители благотворительного фонда Зиявуддина Магомедова Пири и фонда Владимира Потанина отметили цель семинара – понять, каких культурных проектов в первую очередь не хватает Кавказскому региону, наметить основные направления совместной деятельности, описать технологию их возможной реализации. Помимо музейных работников, в семинаре приняли участие и представители творческой молодежи Дагестана.